Опа. Сукирова бал, как раз на Дальский край. Здравствуйте. А вы кто такой? Не понял. Опачки. А, мне показалось. Ничего себе. Вот это казачья дружина, нет, пожалуйста. Ничего. А вы что хотели? Просто вы ехали, сейчас. Резко остановились. А, понятно. Я к вам подошел, и что теперь? А? Понял, все нормально, спасибо. Беспокойтесь, да, за нас? Ну, вот эта дружина, наша дружина нас бережет, да, казачья. Да мы вот смотрим, чем вы тут занимаетесь. Решили посмотреть, чем вы тут занимаетесь, дружинники наши. А? Я же объясняю, я просто увидел то, что вы остановились. А мы увидели, что вы тут что-то делаете. Так, пост Сукирова балка. Кто-то много инспекторов как-то вот здесь. Зафиксируем, что происходит. Казак подходил, что-то вот тут. Здравствуйте. 23-13-58. А что тут за процедура, не подскажете, происходит? А у вас что за процедура? Не, вот. Понятно. Привлечением понятых. Занимаемся. Какое-то подозрение, да, в совершении чего-то? Да, да. Люди едут, компания. Ну, подозрение в совершении чего-то, да, я так понимаю. Понятно. Основание, да? Да, то есть имеется основание, да? Да. А, даже так. Ну, все. Ознакомились, ориентировка, да? Все четко, значит, получается. А мы смотрим, какая-то группа людей стоит. Большая. Хотели поинтересоваться, что происходит. Может, помощь нужна какая? Как казак подошел, тоже спросил. Спасибо, все в порядке. Все нормально, да? Да. Понял. Так, значит, понятых, да? Останавливаете для какой-то цели. Ты понимаешь, с данным автомобилем что-то не то? Или с пассажирами данного автомобиля, или с водителем? Был произведен досмотр транспортного средства. Сейчас выписываю этот административный материал, протокол досмотра. Привлекали гражданские лица. А, но ничего не обнаружили? Нет, ничего. А, просто досмотр и все? Да, что ничего не обнаружили. То есть подозрения были, но в итоге они как бы не подтвердились, получается. А, все просто, оказывается. Все понятно. И составляется материал, чтобы выдать, да, гражданам, что все, как основание, я понял. Ну, что тогда? Все, я так понял, здесь все четко. Или нет? Не знаю. Как считаешь? Должны были сначала протокол составить, а потом посмотрим. А казаки — это добровольная дружина просто, добровольная, да? Добровольная казачья дружина, да. Два сотрудника. Сюда прикреплены, да? А то он подошел сразу почему-то. Прямо. Мы думали, сначала инспектор похож по форме, ну, защитный. Такой же жилетки светоотражающий одет. Можно перепутать издалека, но потом, конечно, поближе подошел, все ясно. Ну ладно, что здесь? На двух инспекторов. Да мы знаем, в Каневской, да. Мы знаем. Мы там как раз попросили их включать маячки, когда они стояли на островке безопасности. Они долго отказывались, но ведь... Говорили мы им, что надо безопасность соблюдать, они все смеялись, были как-то скептически настроены, но буквально, не знаю, там через 2 недели мне присылают информацию прямо вот одного, потом второго. Ну, в тяжелом состоянии он выжил, нет? Да, неизвестно. Стабильный. Тяжелый, выжил? Тяжелый, о, хорошо. Стабильный. Хорошо. А второго перелом ноги, по-моему, да, что-то такое было. Ну, самое главное, не самое главное, конечно, тут главное не может быть, но в итоге живы остались, я имею в виду, и надеюсь, поправится, все будет хорошо. Но надо, конечно, соблюдать безопасность, там они стоят, и наверняка без проблесковых стояли, и там не огородили ничего места, надо было, конечно, огородить как-то. Фуру остановили, насколько я знаю, одна сбила фура, да, потом легковушка какая-то.
На второй факт, там, насколько я знаю, там даже 3 патрульных автомобиля было. А, даже так, да? Да, с проблесковыми маячками, там водитель вообще дезориентирован по каким-то причинам. А, света, наверное, много, да, был? Нет, они были на достаточном расстоянии, все было, скажем так, по ГОСТу, поэтому... Ну, как-то водитель или приснул, или еще что-то, вот, гражданин Украины. А, ну, я знаю, что Украина, да. Только я не понял, там сказали, как эта иномарка сбила, оставила Веста вроде с бампером с оторванным, ну, или что-то. Что-то как-то непонятно вот это. А вот казак, да? Да. А он представляться должен, казак, не знаете? Вот? Или просто может? Можем спросить у него. А давайте спросим, да. Интересно. Сергей! Просто. Не видел ни раз, чтобы казаки вместе с инспекторами дежурили. Здравствуйте. Да. Скажите, а вы обязаны представляться по вашим регламентам внутренним? Да. Да? А можете представиться, а то вы подошли, вроде не представили. Беспалов Сергей Владимирович. Беспалов Сергей Владимирович? Да, казак Дружинин. Да не надо удостоверение, мы верим. А значок это тут? А, тут ну, никаких инвестиционных, да, нет, не, просто. Не понял, ну мы уточнили, вы просто помогаете здесь. Да. 2 человека, да, прикреплены? Да. Все, там понял, спасибо. Сотрудниками полиции. Да не, нет вопросов. Ну да, досмотр машины был произведен, все четко у ребят, поэтому никаких вопросов нет. Мы думали, может, помощь кому-то нужна, остановились, тут много народу. Может, вам, водителям или кому-то там оказать. Ну, иногда бывает. Люди просят оказать помощь. Видим, что-то скопление людей большое. Ну, тут все нормально, я вижу. Никаких вопросов нет. Поэтому. Что-то много проблем вообще сегодня было на этом участке. Ну, среди граждан, водителей. Все рабочие моменты, рутина. То есть таких не было вопиющих случаев, никаких, все обычно. А растонируйте, да, тут иногда. Растонируют, привлекаем к ответственности за нарушение ПДД. Понял. В рабочем порядке. Рабочий порядок, все четко, понял. Поехали. Все, поехали, да, тогда? Все, удачной службы всем. Все, до свидания, всем удачной службы, до свидания. 13 июля 2021 года, недалеко от станицы Кисляковская. А если быть более конкретнее, то вот здесь мы находимся. Вот на этой дороге. Краснодарский край. Увидели инспекторов ДПС, осуществляющих скрытую стоянку. Вот там за деревьями они находятся. Сейчас подойдем и попробуем с ними пообщаться. Скрытая стоянка. Вот так вот. Опа. И побежали. Вот так вот. Видите-ка? Сразу, да, пристегнулись. Вот так вот, ребят. Самое быстрое, как говорится, что? Скрытие. Скрытие от нас, да, с места. 31 июля 2021 года, город Новороссийск, улица Сухумское шоссе. Увидели инспекторов ДПС. Здравствуйте. Понял. Обращение имеется, инспектор. Что такое? А? Что такое? Не могли представить, пожалуйста? А, вы здесь не прикомандированы, здесь служите, да? Понял. Народный значок 23-33-42. Инспектор, скажите, операция какая-то или просто в рамках служебных обязанностей выполнять? Операция, мотовело. Нет. Вы заметили, знаете что? Скрытая стоянка осуществляется вами. Ну да. Это что значит? Не видно всем участникам дорожного движения. Видите, вот как движение осуществляется оттуда. Не видно вас, ну, автомобиль. Ну, вот у нас видно нормально, вы уже придираетесь. Ну, мы можем сейчас посмотреть вместе, вот отойти. Тут не видно, действительно. Вы смотрите, стоите как-то в углублении. Вот видите, оно идет углубление, деревья, столбы, и вас не видно. Я думаю, вы придираетесь. Вам надо куда-то, мне кажется, вот встать на открытый участок дороги, вот более. Вот сюда хотя бы, вот, перегнать транспортное средство. Вот.
чтобы было видно патрульный автомобиль всем участникам. Если километр отсюда отъехать, то, конечно, его будет не видно. Но так, я думаю, минимум метров 100-200, то видно, инспектор стоит на дороге. Не видно, точно я вам говорю. У вас жилета у вас нет какого-то? Жилет не нужен на время. Не нужен? А это где написано? Приказ. А обычное время судимого при оформлении. 777 приказ, да? Ну да, сейчас изменили, да. По-другому. На трассе надо в любое время. На трассе, да, но ты не на трассе. Знаю, прекрасно. Да мой единственный вопрос, скрытая стоянка. Не могли переставить, пожалуйста, вот сюда поближе? Если указания дайте. Ну, чуть-чуть назад ее сдвинем. Чтобы... А, или назад, да, конечно. Назад, ну, да. Два варианта, да, все правильно. Да, здесь можешь чуть-чуть назад за пешеходник прямо, и все будет отлично видно. Нет, ну, что ближе пешеходник? Нет, за пешеходник сюда, я имею в виду. Прям вот по направлению движения за. Если да, конечно. Не, ну конечно, это что ж, приказ для вас и да, обязан же выполнять. На самом деле, если патрульный автомобиль видно прекрасно. Не видно, посмотрите, столбы. Здравствуйте. Здравствуйте, метров 20 назад, плохо, ребята, видно, патрульный. Да, скрытая просто-напросто. Маленькие вопросики и все. Только пристегнитесь. Обязательно. На Южной с вами не встречались, нет? Мы с вами ни разу не встречались. Ни разу? О, первая встреча. Понял. Ну, да, приятная встреча, корректная, поэтому что? Как новороссийские инспекторы не теряют статус инспекторов. Во всяком случае, и здесь корректно, улыбчиво все. Все здорово, переставим без проблем, и здесь. То есть, во. Не, ну... Если можно, чуть прям за пешеходным, чтобы стояло. Не, не видно, инспектор. Не видно было. Я в зеркало там все вижу, знаете. Но вы-то видите, потому что у вас-то ниже оно зеркало располагается. Да, о, вот сюда, да. Да, да. О. Ну так отлично, а то знаете, что мешает? Там же столбы, деревья, вот это все загораживает, ничего не видно. Не, ну если в зеркало видно, то я думаю, и с той стороны это видно. Ну не видно было, не видно, точно. Да, нормально, ребят. Да, отлично, спасибо большое. А можете представиться, пожалуйста? Инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Жадько Сергей Евгеньевич. Извините, фамилию. Да, ну, я, прочитать, да. Просто и все. А то я, чтобы не переспрашивать по 10 раз. Так, а, Жадько Сергей Евгеньевич. Все, нагрудный значок. 23-34-00. 23-34-00. Все, спасибо, не будем отвлекать. Удачной службы, всего хорошего. Приятно видеть, как всегда, корректных и вежливых инспекторов. До свидания. Ну, вот, видите, инспектор Новороссийска подтверждает статус свой. В прошлый раз на Южной тоже работали крутые инспекторы. И здесь все корректно, без вопросов. Это действительно с нашей стороны, но не то, что была придирка, а их не то, чтобы не видно было, а видно, но недостаточно, скажем так. Ну, чуть-чуть, да. Да, предупреждает пусть, да. Теперь, видите, переставили, теперь их видно, практически напрямую стоят, посмотрите. Вот, теперь вопросов никаких нет. Ну, идем дальше, едем для устранения нарушений. А мы идем дальше.